Всем здравствуйте. Девочки, это у нас пятая часть платьица. Мы остановились на 8 рядах, провязали. Вот у нас был вот такой элементик вязался и 5 арочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, раз, два, три, четыре, пять. Пять арочек. Теперь мы будем вязать. Вот я уже соединилась. Вот под этот элементик будем вязать 2 столбика с накидом. 1 воздушная петля. Снова 2 столбика с накидом. 1 воздушная петля. 2 столбика с накидом. И арочки. У нас их будет в этом ряду 4. Вот. 3 воздушных петельки. Вот сейчас я с вами провяжу немножко. 3 воздушных петельки. Вот под этот вяжем 2 столбика. Воздушная петелька. 2 столбика. Воздушная петелька. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Это я просто не говорю с накидом, но вы уже поняли, что это все вяжем. 3 воздушные петельки и вяжем под арочку. Арочки. Раз, два, три. Раз, два, три воздушных. Арочка. 3 воздушных и сюда вот соединяемся. Это у нас пошел уже 9-й ряд юбочки. Вот что у нас, девочки, получается. Я сейчас вот. 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 Видите? Вяжем этот ряд до конца самостоятельно. Вот, девочки, я провязала этот рядок, соединилась. Переходим, как обычно, мы в центр нашей вот арочки. Вяжем 2 столбика. Тоже 9-й ряд у нас идет с накидом. Воздушная петля. 2 столбика. 2 столбика. Воздушная петелька. И вот между вот этими группами сюда вяжем 2 столбика. Воздушная петелька. И сюда же 2 столбика. 3 воздушные петельки. И продолжаем вязать арочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Наверное, немножко надо поднять телефон, чтобы видно как бы получше было. Вот так вот. Вот они. Арочки наши. Сейчас покажу, что получается. Получается, девочки, вот такой элементик. Вот у нас пойдет сюда, сюда и 3 арочки. Вот. Вяжем до конца ряда самостоятельно и встречаемся вот здесь. Вот я провязала этот рядок до конца. Соединяемся мы в 3-ю петельку столбика. Ой, соскочила у меня. Соединились. Переходим под арочку. И вяжем тут такой же элементик. 2 столбика. 1 воздушная, 2 столбика.
Вот здесь у нас была, девочки, одна воздушная. Теперь будет три в этом ряду. Три воздушных. И вяжем опять же два столбика воздушные, два столбика сюда. Столбика, одна воздушная и два столбика. Получается то же самое, только что между вот этой группой столбиков 3 петли вяжем. И наши арочки. 3 воздушные петельки. И делаем арочки. Арочек будет уже у нас с вами 2 штучки. Первый ананасик мы уже почти. Потом будет одна арочка. И ананасик довяжется. Вот такой элементик. Вот в этом ряду вяжем. Вяжите самостоятельно до конца ряда. Вот, девочки, я уже зашла, закончила этот рядок. Две арочки. Теперь у нас будет одна арочка вязаться в следующем рядке. Соединилась. Столбик. Второй столбик. Одна воздушная. И вот где мы вот три петельки провязали, мы вяжем. Так, подождите минутку. Так, так, так. Вот эту группу. Два столбика, одна воздушная. Сюда же еще два столбика. Аж чуть не пропустила их. Затем у нас идет, сколько тут петель, сейчас я посмотрю. Одна петелька, наверное, все же. Да, одна петелька. Вот под эту арочку, 3 воздушные, вяжем тоже 2 столбика. Воздушная, два столбика. Сюда провязываем. Вот. Два столбика, воздушная. Два столбика. Вот еще одна группа столбиков у нас получается. Воздушная. Вот я смотрю по схеме. Ну, что-то мне... Да, по одной здесь петельке. Снова 3. Одна петелька вот сюда вяжем. 2 столбика. Сейчас я провяжу все, вам покажу прям, как это выглядит. Воздушный, снова 2 столбика. 3 воздушных. И арочку строим. У нас получится одна с вами арочка. Одна. Вот она. Вот такой элементик у нас с вами получается, девочки. Видите? Группа 2 столбика, воздушная 2 столбика, 1 воздушная. Вот под эту арочку вяжем тоже группу из 2 столбика, воздушная 2 столбика, снова воздушная. И сюда. Они получаются 2 вот в бок. Одна будет идти как бы прямо. Вот. И одна арочка. Вот этот рядок провязываем самостоятельно. Вот он выглядит как. И встречаемся снова вот здесь. Теперь, девочки, провязали этот рядок. Вяжем 3 воздушные петли подъема, второй сюда рядок, это столбик, одна воздушная, 2 снова столбика сюда с накидом. Вот здесь вяжем 3 воздушных петли в среднюю вот группу, вяжем 2 столбика. 3 воздушные петельки
расширяемся. Два столбика. Снова три воздушные петли. Вот в этот. Группа тоже тут два. Один. Одна воздушная и два столбика. Сейчас покажу, что у нас получается. Три воздушные петельки. Ниточку сейчас подтянем. И теперь мы, у нас арочки закончились. Вот одна арочка. Мы просто соединяемся под нее. И опять набираем три воздушные петельки. Вот у нас что получается. Видите, он как расширился. Вот группа из столбиков. Два воздушные, два. Три воздушные, два воздушные, два. Три воздушные, два воздушные, два. И соединяемся вот в эту одну носарочку. И снова вяжем. Два столбика воздушная, два столбика три воздушные, вот в средний провязываем, два столбика, три девочки воздушные, снова сюда два столбика. Три воздушные. Так, и вот в эту вот группу. Вот мы вяжем. Вот это произвели. А теперь вот в эту вот группу. Вывязываем тоже два столбика. Одна воздушная. И сюда еще два столбика. Три воздушные и соединяемся вот под нашу арочку. Вот что, девочки, выходит у нас. Вот этот рядочек весь так и провязываем. Вот они. В арочку мы соединяемся, и от нее снова пошел этот элементик. Вяжем самостоятельно. Вот, девочки, я довязала этот рядок. Вот он. Соединилась. Перешла вот в эту вот арочку. Теперь вяжем два столбика в арочку. Вот провязали их. Два только вяжем. Три воздушные петельки. Раз, два, три. Вот в эту, в среднюю группу мы вяжем 8 столбиков с накидом. Два. Видно там, да. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Снова три воздушные петельки. Вот в эту вот арочку заходим. Вот видите, вот этот элементик. Здесь два столбика воздушных, три петли, 8 столбиков, три воздушных петельки. И снова вяжем вот в эту группу вяжем два столбика с накидом. Два. Одна воздушная петелька. Переходим, девочки, вот в этот теперь элементик, вот под эту вот группу, вот сюда. И вяжем два столбика с накидом. Три воздушные петельки.
В среднюю группу вяжем 8 столбиков с накидом. 2, 3. Сейчас ниточку подтянем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова 3 воздушные. Вот в эту группу вяжем 2 столбика с накидом. 1 воздушная. Перепрыгиваем вот в эту группу и вяжем 2 столбика с накидом. 3 воздушные. И вот сюда снова будем вязать 8 столбиков. Сейчас покажу, как это выглядит. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 воздушные. Ну и снова вот сюда вот идем. 2 столбика. 1 воздушная. И переходим вот сюда. 2 столбика. Так, сейчас покажу. Вот что у нас выходит, девочки. Видите, она отпарится, не переживайте там, что где-то волнится или еще что-то. Это все отпарится и ляжет все ровненько. Вот мы первые ананасики с вами провязали. И вот уже пошли они вторые. Вот эти вот мы с вами вывязали уже. И вот сейчас мы с вами вот на этом рядке проходим. Видите, вот второй ананас вяжем уже. Второй ряд. Можно там вязать до бесконечности. Вот здесь вот набрали 8 петель. И можно еще ананасы вязать. Кому мало, кто хочет там в пол, допустим, прям провязать. Вот здесь мы сейчас вот вяжем вот этот вот рядочек, девочки. Вот. Вывязываем. Вот у нас что получается. Вяжем самостоятельно до конца рядка. Вот я провязала этот рядочек. И вот соединилась, девочки. Ну, тут как бы вот 2 столбика вывязала. Потом у нас идет, что воздушная петелька. Мы должны соединиться вот с этими двумя. Вот, соединились. И вот сюда надо провязать нам 2 столбика. Вот прям под эту арочку вяжем 2 столбика. Воздушная. Сюда же еще под эту арочку. И еще вяжем 2 столбика. Прям под арку вяжем их. Вот они у нас. 4 столбика получились. 3 воздушные петельки. И где вот наши 8 столбиков, вяжем 8 столбиков, и между ними воздушная петля. То же самое все повторяется. Вы можете вот сюда вот даже заглянуть. Вот 8 столбиков набирали, потом идет у нас вот 8 столбиков и 1 воздушная петелька. А потом пойдут опять с арочками. Вяжем столбик, воздушка, столбик, воздушная петелька. Не забываем ее вязать. И считаем столбики, чтобы
не пропустить. Их тоже должно быть 8. Лучше просчитать, чтобы не возвращаться, не распускать. Вот. Вот считаем, девочки, 3, 6, 8. 3 воздушные. Вот под эту вот арочку. Под нее вяжем 2 столбика. Воздушные и 2 столбика. Я думаю, тут все понятненько. 3 воздушные. И снова вяжем 8 столбиков. И между ними 1 накид. Вот так провязываем, девочки, весь этот рядок. И встречаемся вот здесь, в начале ряда. Вот я довязала этот рядочек. Перешла вот в эту арочку. Теперь вяжем 2 столбика. Воздушная петелька. И сюда еще 2 столбика. И начинаем вывязывать сейчас, девочки, арочки наши. Вот. 3 воздушные петельки. Между первым и вторым столбиком втыкаемся. И по 3 воздушных набираем петельки и втыкаемся. Ой, пропустила вот сюда. Между столбиками. У нас будет 6 арочек. Провязали. 3 воздушные. И вот в этот элементик вяжем 2 столбика. Одна воздушная и 2 столбика. Снова 3 воздушных. И арочки наши начинаются. Вот что у нас получается, девочки. Вяжите до конца этого рядочка. Вот здесь у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 арочек. Вот. Встретимся вот здесь. Вот, девочки, я провязала. Теперь следующий рядок мы вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные, 2 столбика, 3 воздушные. И в этом следующем рядке у нас уже будет 5 арочек. Вот, я уже тут начала вязать, конечно, без вас. Вот, 5. Этот рядок, он почти такой же, только что... Вот в этом элементе 3 воздушные петельки мы вяжем. Вот. Там следующим сейчас покажу. Вот у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 арочек. 3 воздушных петельки. И вот в эту группу столбиков вяжем 2 столбика, 3 воздушные и 2 сюда же столбика. Вот так вот вяжем весь рядок. В следующем встречаемся. Вот я провязала этот рядочек, соединилась.
Переходим под арочку, вяжем 2 столбика с накидом, 1 воздушная. Сюда же, девочки, вяжем опять 2 столбика с накидом, 1 воздушная, и сюда же 2 столбика с накидом. Вот что у нас получается. 3 группы столбиков, по 2 столбика, между ними 1 воздушная петелька. 3 воздушных петельки и вяжем арочки. В этом ряду их будет у нас уже 1, 2, 3. Вот она, первая арочка. 1, 2, 3. Вторая арочка. 1, 2, 3. Третья и четвертая. Вот что у нас будет получаться в этом ряду. 4 арочки, 2 столбика воздушные, 2 столбика воздушные, 2 столбика воздушные и 3 воздушные петельки. Вот таким образом провязываем весь ряд самостоятельно, девочки, и встречаемся. Вот, девочки, я провязала этот рядок, где у нас 4 арочки. И вот такой элементик мы связали. 2 столбика воздушных, 2 столбика воздушных, 2 столбика. Теперь соединилась. Переходим вот в арочку между первым и второй группой. Сюда. Вяжем 2 столбика. Воздушная, 2 столбика, 2 столбика. Так, вот у нас было 4, теперь будет 3 у нас, да? Воздушная петелька. И между вот этими двумя группами тоже провязываем 2 столбика. Воздушная, и сюда же 2 столбика. Сейчас ниточку подтяну. У меня кот еще рядом лежит, я боюсь. Но он вроде заснул, чтобы он не прыгнул сюда ко мне. Вот у нас получается, видите, теперь как сюда пойдут и туда пойдут опять же. Вот. И вяжем 3 воздушные арочки. У нас будет теперь 1, 2, 3. Это 1 арочка. 1, 2, 3. Вторая арочка. И третья. 1, 2, 3. 3 арочки. 3 воздушных петельки. Вот. Между первой и второй группой вяжем сюда 2 столбика, воздушная петелька, сюда же 2 столбика, воздушная петелька. Между второй и третьей сюда вот, вот сюда вяжем опять 2 столбика с накидом, воздушная, и сюда же 2 столбика. Три воздушные. Да что ты? И арочки делаем. 2, 3. Это на 1, 3 арочки. 3, вторая, и 1, 2, 3, вот она, третья. Вот такой элементик у нас получается, 3 арочки и вот такая группа столбиков. Вяжем, девочки, самостоятельно этот рядок. Вот я провязала этот рядок, соединяемся в третий столбик, вот
переходим вот в эту вот, девочки, арочку. Вяжем 3 воздушных петельки сюда же, второй столбик, воздушная петелька, и сюда же 2 столбика с накидом. Сейчас я ниточку подтяну. Вот здесь теперь делаем 3 воздушных петельки, расширяем. И вот в эту группу провязываем 2 столбика, воздушная петелька, и сюда же 2 столбика. 3 воздушные петельки. Вот у нас получается вот этот элемент. Вот тут мы его расширили. И в арочки переходим. 2 арочки у нас в этом рядке. Раз арочка. И раз, два, три. 2 арочка. И снова раз, два, три. Пошли в эту вот группу. Первая группа. 2 столбика воздушная, сюда же 2 столбика, 3 воздушных, и вот в эту группу вяжем 2 столбика с накидом, 1 воздушная и 2 столбика с накидом. Затем 3 воздушные. И снова переходим в арочки. Вот, девочки, что у нас получается в этом рядке. Вяжем самостоятельно. Вот, девочки, я провязала этот рядок. Теперь мы будем вязать тут вот одну арочку, а здесь будем вязать столбики. И вот здесь, под этот вот, тоже будем вязать столбики. И там столбики. Переходим вот в эту арочку. Так, столбик. Второй столбик, воздушная. Сюда же еще 2 столбика вяжем. 1 воздушная. Так, да, 1 воздушная тут вяжем. И вот где у нас 3 было петельки воздушных, под нее мы вяжем тоже группу из столбиков. Господи, простите. 2 столбика воздушная и 2 столбика. Снова воздушная петелька. И вот в эту группу тоже 2 столбика. Воздушная, 2 столбика. Сейчас покажу, что получается. Второй столбик. 3 воздушных. Вот что у нас получается здесь. 3 группы столбиков. 3 воздушных. И 1 арочка выходит у нас здесь. Вот она. 1. Вот арочка. Вот такой элементик выходит. Давайте еще провяжу 3 воздушных. Сейчас ниточку подтянем. 3 воздушных петельки. В первую вот группу вяжем 2 столбика. 1 воздушная. 2 столбика. 1 воздушная. Под арочку вот эту вот. Вот они у нас. Вот
сюда вяжем 2 столбика, 1 воздушная, 2 столбика, 1 воздушная, и вот под эту вот группу столбиков тоже вяжем 2 столбика с накидом, 1 воздушная и 2 столбика, 3 воздушные и арочку делаем. Вот что, девочки, сейчас так прям положу. Вот так вот, чтобы было видно. Вот что у нас выходит. Вот так вот вяжем весь рядочек и встречаемся вот здесь. Вот, девочки, я провязала этот рядок. Следующий ряд. Соединяемся. Будем вязать. Так, переходим вот под арочку. Вяжем 3 воздушных петельки. Сюда же второй столбик. 1 воздушная петелька, 2 столбика, 3 воздушных петельки. Вот в это, вот в эту вот группу, вот в эту вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушных петельки. Видите, как будет расширяться сейчас. Сюда же 2 столбика с накидом. 3 воздушных петельки. И вот в эту вот последнюю группу вяжем 2 столбика. 1 воздушная. 2 столбика, 3 воздушных петельки, и вот у нас одна арочка в ананасике, втыкаемся под нее и снова 1, 2, 3 воздушные. Вот что у нас выходит. Вот такой элементик он у нас расширился, и втыкаемся в эту арочку. Давайте еще раз я вам провяжу с вами. Вот с ананасиком мы воткнулись. Вяжем 2 столбика. Воздушная. 2 столбика. Ниточку надо подтянуть. Так, 3 воздушных петельки. И вот между этими двумя столбиками вяжем 2 столбика, 3 воздушных петельки. Сюда же еще 2 столбика, 3 воздушных петельки. Вот у нас расширение идет. И вот в этот элементик тоже 2 столбика, 1 воздушная, 2 столбика. Три воздушных петельки. Вот наш элементик мы провязали. Вот он. И втыкаемся в наш вот он ананасик под эту вот одну арочку. Вот. И снова 3 воздушные пошли. И этот элемент провязываем. Девочки, вот вяжем этот рядочек. Вот он. Вот он.
Я думаю, все видно. До сюда. И там встречаемся. Вот, девочки, я довязала этот рядок. Теперь мы... Так. Вяжем вот сюда, соединяемся. Соединились, да? Здесь вот у нас три. Переходим в серединку. Как всегда, вяжем два столбика. Три воздушные, сюда же столбик. Одна воздушная, сюда же вторая. Два еще столбика, вторая группа столбика. Провязали. Провязали. Три воздушные петельки. Раз, два, три. Вот в эту вот в серединку, где у нас три петельки, мы провязываем 8 столбиков, девочки, с накидом. Вот сюда. Так, видно? Видно пониже вот так руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Восемь столбиков с накидом. Провязали. Вяжем три воздушных петельки. Ой. Одна. Ой. Так. Три воздушных петельки вот сюда еще вяжем в крайний. Два столбика, воздушная петля и два столбика. Что-то голова заболела. Вот. Вот такой элементик мы провязали. После этого вяжем три воздушных петельки. Раз, два, три. Переходим вот. Ну, вот он наш как бы цветочек. Вот в эту группу переходим. Вот между ними ананасик. Вот в эту группу заходим. Два столбика с накидом. Воздушная. Сюда же два столбика с накидом, три воздушных. В серединку опять же вяжем 8 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как-то так, чтобы было видно хорошо. Семь, восемь. Три воздушные. Вот они. И вот в этот вяжем два столбика. Два столбика, воздушная, два столбика. Снова, девочки, три воздушных. Да, и переходим. Вот в этот теперь элементик сюда. И повторяем то же самое. Два воздушных столбика. Ой, два столбика с накидом, воздушная. Два столбика с накидом. Я уже заговариваться чуть начала. Раз, два, три.
в серединку вяжем 8 столбиков с накидом. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Три воздушные. Вяжем вот в этот элементик. Вот в этот два столбика. Два столбика. Воздушная, два столбика. Девочки, когда свяжется хоть одно такое платье с ананасами, второе вяжется уже прям, ну, очень легко. Самое главное, вот эти вот разветвления понять. Вот где раз, два, три. И тут уже начинаем как бы вот разъединять эти элементы. А тут ананасик, он вообще вяжется шикарно. Раз, два, три. И переходим вот сюда. Сейчас покажу еще вам, что у нас получилось. И будете вязать самостоятельно. Вот. Сейчас прям... Ой, задела телефон. Вот прям. Вот я положу. Вот видно. Вот что у нас получается. Этот рядок вяжем самостоятельно. Мы с вами сейчас вяжем вот на вот этот вот ряд. Следующий рядок, он будет повторяться. Тут только одна будет петелька. Здесь будут также 8 столбиков и между ними воздушная петля. И потом вот этот вот рядок мы будем с вами обвязывать другим цветом. Ну, сейчас я отключаюсь. Вы этот рядок довязываете самостоятельно. Я отключусь. Это у нас будет, сейчас я скажу, 5-я часть. И будем снимать 6-ю, потому что ролик получится там, по-моему, около полчаса, и здесь около полчаса. А в 6-й части вот эти два рядочка. И вот тут вот будем обвязку делать по горловинке. Сейчас я вот так подниму, чтобы видно было. По горловинке пуговку, под пуговку. Вот. И вот эти вот, где у нас рукавчики, мы тоже с вами обвяжем вот такими пышными столбиками. Другим цветом будем рукава обвязывать, вот горловинку и низ. Девочки, получается очень красивое платьице. Вот я буду делать под него подклад. Вот оно. Не знаю только, как назвать его. Цвет айсберг. Очень красивый, нежный-нежный цвет, нежный просто. Вот. Поэтому я с вами прощаюсь на этом и встретимся уже в 6-й части. Вяжем этот рядок самостоятельно.